Как, например, выглядит вот она, некротическая привязка. Видите, прям якорь. Видите, прям якорь. Вот так вот выглядит привязка. Вот это вот был замок, печать. То, что у нас в труху превращается. То есть это уже снято. Но, к сожалению, это уже и повреждено. То есть магия, к сожалению, она способна уничтожать, и это уже не вернуть. То есть это уже поврежденная, утраченная сфера. Вот это прям, да, здесь вот они, два человека, вот они, видите, вот они, вот раз, два. А вот так выглядят типичные магические атаки, то есть вот эти стрелы, которые вас метают. Здесь даже проигрываются не совсем крадники, а именно привязки, энергетические привязки. На самом деле по форме отливки. Обожаю свинец за то, что здесь очень яркие, четкие формы. Здесь вы можете видеть, да, либо башка собаки, либо какая-то крысиная морда, либо лисиная морда. Кстати, вы можете находить, да, мертвых животных на своей территории, но именно так выглядят стяги. Вот эта труха, которая вся остается, то есть это то, что уже сошло. И вот вам опять очередной, вот он, пожалуйста, вам стяг. Эта энергетическая привязка, она выглядит, да, вот как такая клешня, да, как такой некий кинжал. Стрёмная вещь на самом деле. И свинцовая отливка, она равняется 40-50 восковым. Ну, у меня-то вообще помощнее. Но вы должны знать. Также это отламываются замки, ведьмины печати, рунические ставы прекрасно снимаются свинцом. Еще раз напоминаю, что то, что превращается в труху, значит, это сошло, но это повреждено. Здесь вы видите, да, наглядно какая-то хрень, какая-то сущность сидит, да, в виде воина. Ну, это сущность, это низковибрационная сущность, это погостная сущность. Но всегда проверяем по мантике, что у нас конкретно сошло. Вот, пожалуйста, вам тоже пример, да, какая-то а-ля креветка, вообще что-то непонятное. Так выглядят энергетические привязки и нападения. Но, ребята, всегда все строго проверяем как по карте. Кубок. Победы ваши отбирали. И уже очень много удалось, кстати, отобрать. О! Какой-то старик с большим носом, какой-то дух старый очень. Походу, вот две ножки, две ноги. По ногам били, да, по вашим продвижениям. Причем вот они, ножки, в виде печати, замки ставили на свою работу. Это на башню похоже. Ой, кстати, как скрюченное какое-то тоже существо. То ли, блядь, крыса, то ли ящерица какая-то с таким с хвостом. Крадники, стяги. Вот, ну, кстати, на краба чем-то похоже. Тоже такое, как очертание рожи. Кстати, смотрите. Реально на рожу похоже. Такая перекореженная, видите? Типа такого. Ну, не знаю, видите, не видите. Я вижу так. Рыба тоже чем-то на рыбу похоже. То есть удачу воровали. Перекрывали, да. Кстати, вот он там, как еще, да, как топор такой некий. Блоки ставили. Ну, вот он, кстати, крадник скукоженный. Вот он, крадник, стяг. Еще очертания птицы, как воронья морда. Вороны могли попадаться, либо сниться. Что такое? Ну, в общем-то, здесь уже такая прям труха-труха. Труха-труха. Ну, все снято. Вот она, печать, эмблема. Тоже очертание нос, рог. Этот, видите, нос, глаз, как ухо, либо рот и рог. И рог. Господи, рог и рот. Да, здесь ставили сущий на работу. Вот это все у нас уже труха. Тут еще я делал несколько этих отливок. Какая-то мелочь отвалилась. О, какая. Козяпочка. Ну, это в основном замки с работы свалились. Сейчас это уже просто делала и себе делала. Сейчас это все надо.
испорченная болезнь, панические атаки, переклад. Да, это был переклад, тот, кто вас обманывал, причем очень сильно. Порченное безумие вам. Ну, здесь человек одержимый, человек как бы безумный по вам работал. Вот, порченное семейное счастье, душа. Здесь очень душу вашу хотели забрать. Что вам даст эта отливка? Предки. Предки, огонь, легкая добыча. Ну, здесь предки всех нахрен спалят. Хочется вот так сказать. И в тупике, то есть вы уже не легкая добыча. То есть здесь враги ваши в тупике, здесь уже предки за вашу защиту встали и будут отсылать сейчас бумеранги. Вот, союз. У вас союз, да, вы выходите из закольцовки, то есть тут уже вот помело. Здесь закольцовка какая-то снялась, то есть причем всю семью чистила, то есть закольцовка всей семьи. То есть у вас были циклично повторяющиеся какие-то истории, да, часы долгое время, но очень скоро, вот она вышла, колдунья, что с этой колдуньей? Блядь, я снова смерть. Умрет ваша колдунья скоро. Тут больше, блядь, нечего мне сказать. Причем скоро. Это ее судьба, на вас перекладывали. Здесь либо у колдуни сама умрет, либо в семье у колдуни кто-то умрет. Недуг. Сначала заболеет. Это за колдовство. Женщина. Да, ну все.